Народ, всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о такой важной вещи, как травмы во время тренировки. Я говорю не о тех микротравмах в наших мышцах, которых мы все так ждем, а о вывихах, растяжениях и прочей гадости, которая может с вами приключиться в тренажерном зале, ну или при занятиях дома. Никто не скрывает, что занятия силовыми видами спорта и бодибилдингом, в частности, довольно травмоопасны. Только надо учитывать, что в любом другом спорте также можно получить травму, если не соблюдать осторожность и правильную технику. Но при построении своего тела наша главная задача, по сути, это даже получить травмы, только микротравмы в мышцах. Там разорвать мышечные нити, немного там их нарастить. Только по пути как бы можно прихватить и травму сустава или порвать мышечное волокно. Если в первом случае микротравмы нити зарастет довольно быстро, то во втором придется ждать восстановления очень долго, а в большинстве случаев даже не дождаться. Такие травмы периодически напоминают о себе всю жизнь. Так что же делать, чтобы этого не произошло? Не выполнять травмоопасные упражнения, а точнее травмоопасные модификации таких упражнений. Я говорю о всякого рода жимах из-за головы, подтягиваниях за голову, как-то мы это уже обсуждали, подтягивания штанги узким хватом и прочие доработки. Помните, что самые травмоопасные упражнения – это те, которые неестественны для нашего тела и суставов. И большинство стандартных упражнений придуманы не просто так, техника их вырабатывалась годами и опытом многих тяжелоатлетов. Но находятся те, кто пытается модифицировать старые упражнения в погоне за лучшей проработкой мышцы, подключением дополнительных волокон и так далее. Но помните, что ни одна улучшенная прокачка любой группы мышц не стоит вывиха плечевого или костевого сустава. Травмы колена или локтей, там, порванного сухожилия и прочих травм, которые выведут вас из боя очень надолго, и жалеть вы будете об этом потом постоянно. Особенно это заметно на молодых спортсменах, которые придумывают новые методики и упражнения и транслируют это в массы. Это неплохо, но нужно подходить с умом к этому делу. Ведь пока ты молод, твои суставы, мышцы, кости могут выдержать больше нагрузки, чем когда тебе уже за 30. Да, и они, скорее всего, это тоже прочувствуют, просто чуть позже, когда такими упражнениями быстро расшатают себе свои шарнирчики. Помните главное правило: к травме приводит неестественные движения для вашего тела. Но даже стандартные упражнения могут привести к травме, если выполнять их неправильно или соблюдать неверную технику. Просто неверный хват, чуть больше угол поворота плеча или кисти может привести к травме. Обязательно тренируйтесь перед зеркалом, особенно пока вы новичок и не довели до автоматизма свои движения. Не беритесь сразу за большие веса, при неправильной технике это может быть фатальным. Ведь с небольшими весами даже в первом пункте нашего обсуждения можно выполнять нестандартные упражнения, сосредоточившись на необходимой мышечной группе, аккуратно прорабатывая ее. Но при больших весах любое упражнение в неумелых руках превращается в грозное оружие, причем направленное против себя самого. Очень часто бывает так, что новичок с еще не окрепшими мышцами или там средних лет мужчина, 20 лет до этого питавшийся пиццей и пивом на диване, вдруг увидев какого-нибудь тренера на ютубе, приходит в зал и начинает усердно махать тяжелыми гантелями в разные стороны. Он вроде посмотрел в интернете, как это делается, вроде смысл понял, а любимый блогер сказал, что для роста мышц нужно малое количество повторов и максимальный вес. Без хорошей разминки и с неверной техникой он начинает шпарить жим стоя на дельты. И через месяц таких тренировок, увеличив веса при той же неверной технике, его плечевой сустав не выдерживает и дает сбой. Все. Резкая боль, которая сопровождается в дальнейшем дискомфортом при движении, во время сна, физической нагрузки, а зале, естественно, нет и речи. Поднять вес просто невозможно, плечо болит, видимо, надо немного перекнуть, дать зажить. Но через месяц и через два ничего не меняется и не проходит. Боль вроде ушла и стала легче, но стоит взять что-то потяжелее, как сразу простреливает.
к врачу не пошел, на тренировке забил, видимо, не мое, суставы уже типа а-ля не те, и остался человек с той же фигурой, при том же образе жизни, только с еще с новой проблемой и периодической болью на всю жизнь. Кстати, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. И еще часто бывает так, что неверный подбор веса приводит к травме там, где совсем не ожидаешь. Частое дело, когда человек прокачивает, например, спину, которая сильная и большая мышца, широчайшие там или трапеция, тяга гантели к поясу или шраги, и даже для новичка веса могут быть довольно большие. Вот только вспомогательные мышцы могут не выдержать, не говоря про суставы. Чаще всего страдают, конечно, кисти рук, локти и плечи. И вы не поверите, как это часто бывает, просто на каждом шагу, а ведь нужно было всего-навсего быть, ну, немного спокойнее, осторожнее, то есть наращивать веса постепенно, укреплять свои мышцы равномерно, если, ну, как бы не нанять тренера, то хотя бы раз там 20 прогнать технику упражнения и рассмотреть ее со всех сторон. Банальные вещи о хорошей растяжке перед тренировкой я как бы вообще не говорю. Можно использовать вспомогательное оборудование, ленты для кистей, пояса и прочее. Главное быть осторожным и внимательным к деталям. Все-таки не ложку с вареньем поднимаем. В общем, как-то так, народ. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, читайте нас в Яндекс.Дзене, ВКонтакте, в Инстаграме. Все ссылки в описании. Всем удачи, народ. Всем пока.